Репортаж, что Чарушников сидит. Кто будет сильно тут в Украине заморачиваться, что ваш Чарушников сидит? Я тебе про это объясняю. Я тебе понять не могу, я тебе объясняю, что. Я говорю, как это? Ты мне говоришь, надо Чарушникова вытаскивать, надо сделать понимать. Я говорю, давай. Ты же давай мы поедем снимем. Здесь по всей стране покажем. Я не понимаю. Подожди, медленно рассказывай, медленно. Значит, фильм нужен для того, чтобы. Вот, что касается Николаева. Для того, чтобы достучаться в Николаеве до 100... Слушай, достучаться в Николаеве, я тебе объясняю, это организует встречу с мэром. Я пойду поговорю с ним, вот как с тобой сейчас поговорил. Это самое, там будет у него желание, расположится он. Все, мы достучимся. Абсолютно согласен. Послушай, значит он помогает здесь. Мы создадим что-то нормальное здесь, понимаешь? Какой-то прецедент создадим, еще что-то, будет движуха. Потом мы приедем в другой город, скажем, позвоните мэру Николаева. Позвоните мэру Николаева, он вам скажет, что пацаны нормальные, там еще... Он сам позвонит. Абсолютно с тобой согласен. Вот, а что там, говорю, что-то ехать в Кемерово, фильм какой-то, что, вот я понимаю, ехать в Кемерово, сделать скандальный репортаж, подключить туда каких-то там международных репортеров, понимаешь, выложить как на каких-то международных, это там, я не знаю, телеканалов, там еще что-то, движуху понять, или, допустим, добиться того, чтобы, допустим, Янукович выступил, сказал, раз у вас Чарушников нахрен в России не нужен, который там помог там тысячам человек, вот давайте нам сюда, мы Чарушникова даем ему политическое убежище, грубо говоря, и дадим ему возможность, чтобы он здесь помогал людям и так далее, организовал что-то подобное, нам здесь нужно. Вот это было бы, понимаешь, то есть нестандартные какие-то ходы, такие резонансные, такие вещи. Вот, а что толку-то? Ну ты приедешь, я приеду, ну мы прикуем мы тебя наручниками к этим. Ничего не будет, понимаешь, ничего не изменится, вообще ничего. Почему? Потому что в России вакуум это информационный. Все там, что надо, то пропускают, что не надо, то не пропускают, понимаешь? И вот, надо было шумиху устроить там по Прохорову, по Пугачеву и по Ройзману, понимаешь, устроили. Что ты думаешь, там, если бы не хотели Ройзмана никуда пускать, там, понимаешь, если не хотели бы его пиарить, если бы не хотели ему вес какой-то политический придать там, и так далее, да не пустили бы его ни на какие каналы. Ну что там, зачем государственная машина за государственные деньги будет пиарить Прохорова и это самое, и Ройзмана, понимаешь? Это просто спектакль, игра, понимаешь, еще что-то. То есть это нужно, то есть в этом власть заинтересована. Чтобы оздоравливалось российское общество, власть не заинтересована. Понимаешь, то, что чтобы люди делали это что-то бескорыстно, помогали людям, понимаешь, чтобы бюджетные деньги не вовлекали в это и так далее. То есть власть в этом пока не заинтересована. Может быть, какой-то произойдет сейчас мировой финансовый кризис очередные проблемы с бюджетом, с верстки бюджета будет, опять бюджет будет дефицитный, потом может быть. Они придут и скажут, ребята, чтобы не было социальных волнений, вот сделайте так, чтобы без копейки государственных бабок вы что-то сделали, это вот как у вас получалось. То есть, чтобы люди не умирали, чтобы люди это самое и так далее. Вот сделайте. Вот тогда может быть, да. А сейчас пока деньги есть. Им проще сказать, ребята, мы хотим создать национальную революционную сеть. Все, под это мы выделяем там несколько миллиардов рублей. Все понятно, им нужна какая-то структура, оператор, через кого они попилят эти бабки. Вот и все. Сейчас пройдет. Они говорят, нам надо там 5 лет там, или 6 лет, они там говорят, чтобы создать подобную сеть, как у нас, понимаешь? Сейчас говорят, ну и что, сейчас пройдет время. Это же не факт, что просто это помещение снять, понимаешь? Даже люди будут, понимаешь? То есть нужны люди посвященные, нужна структура, нужно взаимодействие. Это же целая система. То есть это же не просто один действующий центр какой-то, амбулаторный какой-то, я не знаю, там, с медицинским уклоном. То есть нужны определенные навыки, нужно определенное посвящение. То есть почему у многих людей не получается, у нас получилось? Потому что мы посвятили себя этому, потому что мы сутками живем с этими людьми. Это для нас дело жизни, понимаешь? Там и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас пока в России она не заинтересована, власти и так далее не заинтересованы. Почему? В том, чтобы той работы, которой мы занимались. Если ты на самом деле говоришь, что Янукович собрал там своих пацанов, там, что он хочет, чтобы сейчас люди на Украине там, менялись, там, оздоравливались, там, избавлялись от наркомании, алкоголизма. Почему нет? Ну, давайте, что, почему нет? Мы готовы там работать, помогать, то же самое сделать и так далее. Просто я говорю, смысл, я не вижу сейчас вот смысла в том, чтобы делать какой-то фильм там или еще что-то. Понимаешь, я вот не пойму, я не пойму, для чего. Суть что там, ну куда мы его потом? Ну раскидаем мы его. Что мы сделали? Сделали несколько тысяч дисков ПР-42. Ну что мы раскидали? Ну знают нас. Написали там две статьи, что наркоманы там нашу молодежь там пытаются влиять на нашу молодежь и так далее, хотя там ничего плохого, ни ребята не поют.
Вот и все. То есть, говорю, это мы уже проходили. Вот у нас, говорю, я тебе рассказывал уже, в Владивостоке то же самое. Женщина сделала фильм, ну что, куда его? Да никуда его. Все, мы ему даже министру юстиции отдали. 7 тысяч писем нашему министру юстиции отдали. Видеофильмов штук 20 было, всяких разных, понимаешь? Всяких разных вообще. Профессиональных, непрофессиональных. Что отдали? Еще толку? Они их выкинули нафиг, потеряли все фильмы, письма ни на одни не ответили. 5000 писем. 5000 писем было. Ни на одни не ответили. Забили на все еще. Захотели. Разговариваешь с экспертами, разговариваешь с правозащитниками, говорят, организацию преображения России закрывать незачем. По таким основаниям общероссийские организации не закрывают. Нас закрыли. В России возможно все. Если только есть команда и заказ. Да. Закроют хоть кого. Хоть что-то. Ходорковского, преображение России, все что угодно.